Верховный суд Соединенных Штатов оставил в силе решение о проведении в исполнении 4 смертных приговоров. Это означает, что впервые за последние 17 лет на федеральном уровне, а не на уровне отдельного штата, будет совершена казнь сразу нескольких преступников. Белый дом приветствует решение Верховного суда, отметил представитель администрации Трампа. Всего на федеральном уровне 62 человека приговорены к смертной казни.